В рамках национального проекта «Образование» в Одинцовском округе отремонтируют школу номер 15, говорится в сообщении пресс-службы Комитета по конкурентной политике Подмосковья. Извещение о закупке опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок. Школа располагается по адресу Одинцова, улица Молодежная, дом 16Б. Завершить ремонт и ввести объект в эксплуатацию намерены уже в 2020 году.